Эй, папа, а ты что тут делаешь? Я выставляю дом на продажу. Погоди, а как же я? Я отсюда вообще не вылезаю, и ребята тоже. Надо устроить что-то крутое. Мы устроим оргию. Нет! Обиделись в прошлый раз, когда я решил, что вы стриптизерши. Вы красавицы, а в форме вообще улю. Я не представляю, как можно заниматься сексом с кучей голых людей. У кого-то определенно кажется самый маленький. Им вообще плевать на размер. Как вы думаете, у кого самый большой? Старая добрая оргия. 27 октября.